В начале этой недели в Кунгуре произошло сразу два ДТП с участием ребенка в разных районах города. Несовершеннолетние велосипедисты попали под колеса автомобиля. Днем 15 июня на перекрестке улиц Карла Маркса и Коммуны юный велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На перекрестке он не убедился в своей безопасности, в результате чего попал под машину. Вторая авария произошла уже в Плеханово. Здесь виновником оказался водитель. Обгоняя велосипедиста, двигавшегося по обочине по всем правилам, он задел его своим автомобилем. В обоих случаях юные велосипедисты получили травмы. Госавтоинспекция Кунгура напоминает, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, а соответственно и должны соблюдать все необходимые правила движения. За текущий период на дорогах города Кунгура и Кунгурского района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием юных велосипедистов. За аналогичный период прошлого года произошло 2 таких аварии. Согласно правилам дорожного движения, велосипедистам запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Необходимо сойти с велосипеда и вести его возле себя. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей. Уважаемые родители, контролируйте время провождения своих детей. Прежде чем приобрести своему ребенку двухколесное транспортное средство, не забудьте повторить с ними необходимые правила дорожного движения.